Но мы продолжаем наш концерт. И вы знаете, что на Обнинскую ноту очень часто приезжают люди не в первый раз, а регулярно. И вот среди наших гостей сейчас на эту сцену выйдут представители Коломны, которые уже являлись лауреатами второй степени в номинации «Дуэты». Это Владимир и Дмитрий Кузнецовы. Прошу приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот так вот, да. Повыше. Опа. Раз, два. Мы хотели бы исполнить песни и стихи Арсения Тарковского, музыка Мещуков, «Сестрица». Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело, ненадежное жилье, ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Сердце может истомиться, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, непосильной мне казалась ноша бедная моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную боль и соль и желчь пила, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет. Как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица. Пой, душа тебя простят. Почему, скажи, сестрица, не с Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело, ненадежное жилье, ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Спасибо.